Да, мне удобно, хоть иногда в перчатках неудобно. Да, все отлично, жизнь меня радует вместе с сенсорным телефоном. Он очень удобен на морозе, потому что он все равно сенсорный, он классный. На морозе не очень, варежки снимать надо. На морозе неудобно в перчатках, потому что не реагирует. Вот. Но так снять, в принципе, несложно, набрать, все нормально, без проблем. Да, удобно, если, допустим, я не могу руками что-то там нажать, нажимаю носом. Очень неудобно, руки мерзнут. Без проблем. Не знаю почему, но удобно. Удобно, потому что он у меня резистивный, и в перчатках можно жмякать. Неудобно. Не, смотрите, я нажимаю. Он раза с третьего, хорошо, если поймет, что я куда-то звоню, поэтому неудобно. Нет, неудобно, потому что руки все время в перчатках, а их снимать холодно, и поэтому неудобно. Нет, неудобно, потому что руки замерзают, и надо клацать, выбирать эти все клавиши, которые там... Ну, удобно, я не знаю почему. Просто удобно, он не лагает, ничего. Ну, знаете, у меня перчатки без пальцев, так что мне как-то удобно. Ничего там сложного нету, не вижу. Ну, знаете, наверное, удобно, потому что не нужно снимать перчатки, тыкаешь просто так как-то. Есть телефоны, которые отвечают только на пальцы, вот на прикосновение, а есть, которые на нажатие. Вот у меня именно так, тот, который на нажатие, поэтому удобно. Удобно? Ну, а чтоб еще что должно мешать? Нет. Не так иногда лагает, замерзает. Вообще не люблю сенсорные телефоны, они уже у всех есть, достать. Ну и неудобно, потому что действует на тепло, а так нет, на морозе. Очень холодно и неприятно. Нет, неудобно, очень мерзнут руки, и иногда он тормозит, короче, и вообще плохо хочет работать. Неудобно, но как-то справляюсь. Согреешь руку, потом пользуешься, найдешь.